Друзья, привет! И с вами, как всегда, Jumbo Max. В последнее время меня очень часто начали спрашивать, в какие игры по подписке Xbox Game Pass ты посоветуешь поиграть. Я как-то посидел, подумал и решил, а почему бы с вами не поделиться своим топом одиночных игр по подписке Xbox Game Pass? Все вы знаете, что впереди нас ждет целая нерабочая неделя, в которой лучше сидеть дома, отдыхать и, конечно же, играть. Поэтому в связи с этим я вам предоставляю свой топ одиночных игр по подписке Xbox Game Pass. Если что, это мой личный топ. И если он не сходится с вашим, и вы хотели бы порекомендовать другие игры по подписке Xbox Game Pass, то пишите свой топ одиночных игр по этой подписке в комментарии. И да, если вам зайдет такой формат, то напишите в комментариях год следующий топ и поставьте лайк на видосик. Если наберется большое количество комментариев и лайков, то ждите следующий топ по этой подписке. В общем, это мой топ одиночных игр по подписке Xbox Game Pass. И, пожалуй, это все игры, которые я вам хотел бы порекомендовать. Хотя, нет, есть еще одна. Да, я понимаю, что я сам не играл в Ведьмака, но как по мне, она стоит того, чтобы оказаться в этом топе. В общем, пожалуй, это все одиночные игры, которые я хотел бы вам посоветовать пройти на этой неделе по подписке Xbox Game Pass. Многие могут спросить, а почему же ты в этот топ не отнес свою любимую Gears of War? А дело в том, что эту игру я хотел бы отнести совершенно к другому топу, поскольку в эту игру лучше играть не одному. Короче, если вам понравился мой топ игр, то ставь лайк, если вам зашел такой формат, то пиши комментарий и тоже ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно пиши в комментариях свой топ одиночных игр по подписке Xbox Game Pass. Большое спасибо за просмотр, отдыхайте, играйте, не болейте и до новых встреч!